Вы планируете принять участие в выборах депутата Тверской городской думы? Нет. Почему? Я занята. У нас ребенка кружки, нам никак. На работе сегодня работаю. А в принципе на выборы ходите? Хожу. Вы сегодня ходили на выборы в городскую думу? Нет. Почему? Не знаю, потому что на день рождения опаздываю. Не знаю, мне это не интересно. Выборы в принципе не интересны? Да. А вы собираетесь сегодня принимать участие в выборах депутата Тверской городской думы? Нет. А почему? Как-то мало интересуюсь, как-то мало в политике и интересуюсь, и, в принципе, разбираюсь как-то, наверное, больше из-за этого. Вы всегда ходите на выборы? Всегда. А почему? Почему-то закон наш, Конституция, выполняю все, я послушный гражданин. Мы старые люди, уже закалка у нас такая. Я не хожу только, если я где-то в отъезде, например, уехал из города. Если в городе, то да. Это гражданская обязанность, каждый должен проголосовать и исполнить свой гражданский долг. Надо сходить. Зависит все-таки. Наше будущее, наверное, от этого. Все должны выполнять свой гражданский долг. Как бы хотелось этого. Как бы не всем безразлична судьба нашего города. Хотелось, чтобы было бы лучше. Вы уже знаете, за кого будете голосовать? Нет. То есть решать будете уже непосредственно на участке? Наверное, да. Вы уже знаете, за кого будете голосовать? Я предполагаю, уже точно решила. А когда шли на избирательный участок, заранее знали, за кого будете голосовать? Нет, только партии. Знала я, что партии, а кандидаты персонали я не знала. Я познакомилась там. Познакомилась и пришла в ужас. В этом году я голосовала за человека, которого мне порекомендовал председатель нашего товарищества домашнего. А когда шли на выборы, знали, за кого будете голосовать? Конечно, мы газеты читаем, знаем, кто за нас поддерживает, нашу страну, нашу, как говорится, чтобы на нас не нападали, чтобы могли сдачи дать кому-то. А вы уже знаете, за кого будете голосовать? Нет. А как же будете голосовать? Придем, почитаем, про всех узнаем. Как считаете, а в принципе выборы способны повлиять на жизнь в городе? Главное в это верить.